Ветер за кабиною носится, с пылью слева поворот. Осторожней, шофер, как-нибудь дотянет последние мили твой надежный друг и товарищ мотор. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за баранку держись, шофер. Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном выйдет к перекрестку любовь и жена. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за баранку держись, шофер. Говорю, здравствуйте, братцы. Давно у нас не было Вин-Дизеля. Ну вот, виноват был, значит, Дмитрий, новый хозяин этой машины. Вообще машина была в свое время моя. Вот. Подарил ее Дмитрию. Вот он сейчас улыбается, весь красивый, симпатичный. Вот. Но тем не менее, чтобы разбавить наши мангальные истории, значит, делаем сегодня Вин-Дизель, посвященный вот этой красавице. Это красавица, можно сказать, девственница, можно сказать, в третьем поколении, да. На ней ездил только Финн, Карел и вот ваш покорный слуга, а теперь, значит, ивановский товарищ Дмитрий. Вот. Машинка свежая практически, как и все, что у меня были. Машинка, значит, 82-го года. То есть сейчас это сколько получается? 37 лет. Ёпрасоте. 37, да? Нихуя. Канал у нас серьезный. Матом не ругает. 37 лет, да. То есть, если вот посмотреть налево, там стоит, я его все старичком называю. Значит, Юрик у меня, да. Так, а Юрик у меня вообще парень-то молодой, но оказывается 94-го, ему только 25. То есть, он еще, грубо говоря, ему еще даже нельзя. Ей уже можно все. Почему? Потому что возраст такой, все, что хочешь. Так, машинка пригнана, значит, с Финляндии. Куплена за 3 копейки. Мне она досталась с убитым мотором, с мертвым, значит. Я, естественно, мне со свалки привезли, автомобильной свалки финской. Понятно, не как наша свалка воняет, блядь, на три версии. Там просто, значит, ну, разборка, можно сказать. С разборки привезли мотор. Я из двух моторов собрал один и проездил на ней. Сейчас скажу. 5 лет на ней проездил. Потом, значит, я ее все, залегли у меня кольца, кончились, короче говоря. Я ее поставил здесь в деревне. Вот у нас в деревне здесь постояло, если сегодня у нас 19-й год, значит, она простояла здесь 17 лет в гараже. Ну, маленько, скажем так, цвет, может быть, она и потеряла. Но, тем не менее, один, значит, как новый хозяин спрашивает, она, наверное, в аварии была. Вот это она, машина вообще не бита, не окрашена, как говорится, да? Вот. Дело в том, что предыдущий хозяин, у которого я покупал, он, так сказать, как водится в Карелии, то есть на северных странах, они, значит, ну, любили выпить, закусить. И после очередного, так сказать, я тоже спрашивал, когда покупал, сказал, значит, а как же так получилось, что морда-то битая, блядь? Он говорит, слушай, да не бита она нихера. Просто, говорит, я подъехал к гаражу, вышел, чтобы открыть ворота. Открыл ворота, сел в машину, поехал. Оказывается, ворота я не открыл. Я говорю, как не открыл? Ну, показалось, что открыл, а я их не открыл. То есть он хотел заехать в закрытые ворота. И, так сказать, маленько подмял он это дело. Ну, а ехать, то есть раскупил я просто, это шпаклевал я, сейчас, брат, скажу, в 95-м году же я ее купил. Вот в 95-м году я ее зашпаклевал, с той поры никто ничего с ней не делал. Вот. И поэтому на следующий год обещал Дмитрий, говорит, вот сдам металлолом, блядь, соседский, куплю краски, возьму у него валик, блядь, я смотрю, валики там чуть ли не пушистые, вот, и все его покрашу. Тем не менее, братцы, рассказываю. Значит, дворники, я не знаю, как уж Дмитрий, не Дмитрий, это восьмерочные дворники.
ну, потому что на машину такого, так сказать, возраста не найдешь родные. Ну, может, найдешь, что они стоят как раз как машина. То есть дворники восьмерочные, поводки родные, значит, как же их назвать-то, брызгутное стекло-то, брызгалки. Ну, скажи хоть, что это губами-то, как называется? Нет, форсунки внутри стоят. Я их брызгалки зову, брызгалки. Брызгалки. Значок Toyota родной. Значит, вот здесь стоял тоже родной, но собинские варвары думали, что это бензиновая машина. Хотя для дураков, для прапорщиков и увольных запас написано прямо на крышке бака. Пока что ее снимешь после, да, там, сейчас уже, наверное, сейчас закрасили. Раньше была там не наклейка, написано «дизель». Но так как, видно, пацаны собинские хуёво учили иностранный язык, они думали, что там бензин. Я раз выхожу утром, ёптвать, а там такая лужа, значит, из-под солярки, канисточка 5-литровая. Ну, наверное, мотоциклисты хотели. Ну, попили они солярочки, значит, нашей российской. Ни хера у них не вышло, все хорошо, в общем. Вот, бампер, значит, бампер точно не родной. Бампер семёрочный, это вот уже новый хозяин Дмитрий придумал, все это дело сделал. Ну, смотрится очень даже как будто прям за правду. Что вот я, честное слово, сегодня он приехал в гости, ну, первый раз я ее на ходу увидел, можно сказать, да? То есть вот эти штуки, они, кстати, вы подсадили их? Работают? Там же бачок-то 5-литровый, нет? Ой, двоечники. Ну, хорошо, все в свое время, согласен. Вот, ну, бампер, значит, как влитой получился. Вот эти брызгалки на фары. Это значит родное. Вот эта фара, я вам точно говорю, родная. Вот эта фара, она тоже иностранного производства. Ну, спизжена с какой-то автомобиля, я точно не знаю, с какого. Хотя, а может, и я, конечно. Ну, был моложе, не помню уже, да. То есть, обалденная здесь штучка сделана. Вот вроде декоративная, ни хера не декоративная. Там стоит тоннель, братцы, я покажу, когда будем внутрь снимать, там обалдеешь. И идет это воздуховод. Просто обалдеть. Ну, остальное чего? Остальное, ну, вот это новодел, конечно. Но, видишь, теперь еще время положено с ходовыми огнями дневными ездить. То есть из родных указателей, что это Toyota, остался вот этот шильдик. И сзади, по-моему, тоже написано. Да, сзади на крышке открывается крышка. Там тоже написано, как же нет-то. Вот, все работает. По электричеству все работает. Я не знаю, что мальчишки делали, не делали. Ну, вот я сейчас еще, кстати, найду тебе этот бачочек смывной. Он, оказывается, не бачочек, а резиновый, такая херня с моторочком. Он, вот где у вас вся запаска стоит, вот он там у меня раньше стоял. Ну что, в принципе, можно посмотреть. Мы будем снимать слева-справа-то, да? А ты вот здесь уже снимал хаиста, написано. Это ведь тоже, то есть, значит, зеркала родные. Ну, то все родное. Вот показываю, братцы, машине 37 лет. Вот я ничего не делал. И они только, естественно, единственное, втулочки, по-моему, сделали, да, вот здесь. Потому что маленько просил. Как замки работают. Сейчас покажу. Пиздец, 37 лет машине. Ёптвать. Вот у меня сейчас свежие не так закрывается, да? Ну, естественно, колеса ребята купили. Значит, китайский, наверное, да? Их жалкое подобие. А тут ведь какая-то, тут Nokia стояла, ёпрсы-то. Nokia-то было 2 баллона. А вы их, наверное, засадили? Нет, они все потрескались. Пропили, короче говоря. Это официальные версии, все потрескались. И дома просили на новые колеса. Диски, естественно, все родные. Так, чего? А воздухан вы родной поставили-то? Фильтр, да? А я раньше, значит, все кумекал. Из двух от 41-го москвича пополам резал, соединял. Тут такая ебля с гребли была.
Ну вот, братцы, потихонечку перемещаемся спереди. Мы сначала внешний осмотр делаем. Вот. Дворник-то поставьте, он ведь рабочий. Давайте я вам подарю, у меня есть такая хуйня-то. Ну, просто Дмитрий просто учится сейчас в школе, братцы. И еще не весь мел продал мне, только хватило на бампера. Вот. Потом он обещал, говорит, там я присмотрел, говорит, ящик будет. Вот, поэтому вот эта штука работает, дворник работает. Вот это надо найти, просто когда я ее подкрашивал, да, она у меня маленько потерялась. Вот. Замок, естественно, родной. Вот я же говорил, то это написано на этой штучке. Чик. Чик. Ну, по крайней мере, работают. Да я понимаю, что... Ты думаешь, я не скажу, что это стойки газовые? Не, работа так 37 лет, ёпт мать. У меня, блядь, через 37 лет зубы все выпали, нахуй. И у меня раньше было 47, ёпт мать. Сгрыз все нахер. Вот, обалденно. То есть погрузочная высота, блядь, братцы. Вот я на ней возил 3 куба досок легко. Причем не воровал, а просто возил. Ездили с детьми, когда купаться еще в Карелии жили. Просто открывал вот так, стали кресла. Ну, не охота мне было, потому что она мне нужна была для переезда. Блядь. Я вот на ней каждое лето мы привозили сюда детей, потому что в Карелии отпуски большие были. Два отпуска давали, там же 2 месяца, там вроде север. Мы детей привозили в мае, в конце мая. Потом за ними приезжали, когда картошку надо копать. И 8 мешочков тут положишь. Вот сегодня спрашиваю, как на ней путешествовать? Очень просто. Ложишь вниз 8 мешочков картошки. Значит, обставляешь все это дело посередке. Банки в середку ставили. То есть 4 мешка вот так. В середке банки были. 3-литровые всякие компоты, хероты, все остальное. Потом ложишь. Сейчас у меня в Димке, в кране, на задней стенке, с кухни у нас был ковер, пиздец. Это нам с Татьяной Фёрной подарили на свадьбе, блядь, в 87-м году, пиздец, как уже я старый, блядь, это 87-й год, представляешь? У меня шевелюра-то была до колен, можно сказать, сейчас-то чужие подушки, да. Ну, все, всех знаю, блядь, да. Вот, теперь дальше, братцы. Баночки сверху ложил, значит, этот, 2 матрасика, на матрасике ковер, и у меня вся команда ехала вот так, лежа, балдея. Так. Печки, ну, мы в зиму-то особо-то не ездили. Вот перегородку, видишь, вы поставили. Ну, это просто сейчас поставили. Вот я ее переносил вот сюда, на среднюю. В общем, было все хорошо. Так, сейчас скажу, в каком году я ее всю переваривал. Сейчас скажу, братцы. В 2002 году, в 2001 году я приехал как раз в командировки. Денег там как раз дали за чеченскую командировку. То есть я на этих чеченские деньги, грубо говоря, и квартиру обставил, и вот машину. Взяли меня за нее за ремонт по тем временам $1000. Объясню почему. Товарищи финны, вот сюда, здесь же полости. Вот кто разбирается в машинах, значит, в рафиках, вот фальшборт называется. Он просто раз и все, пустой. А здесь сделана вот эта штука, вот я все называю ниже ватерлинии. Там сделано как порог. То есть вот между здесь лонжерончики вот так стоят. Вы видишь, они вот тут, через 20 сантиметров лонжерон. То есть это как несущий, ну, то есть усилитель кузова. То есть и она внутри полая. Но, видимо, финны решили, что монтажная пена, это заебательская шумоизоляция, они нахуячили, да, я когда приехал, говорю, что-то у меня тут, она стала вот отсюда вылазить, блядь, уже, машине-то было хуй знает сколько лет, да, сейчас-то еще больше, блядь, вот, и поэтому все это стал выковыривать, хуйня, я прихожу, ну, парню, значит, мужику одному, значит, нашему Сомику Сереге отдал, значит, все делать, я прихожу, а он, нахуй, вот, взял все, это, болгаркой, пилил все в пизду, по самый пол. Я думаю, Серег, ты что сделал-то? Ну, что, молодец, он эти лонжероны все восстановил. Выколачивал, представляешь, из железки, все восстановил. Ну, короче, вот это все он поменял. Сделано из УАЗ-452. Ну, где-то мы нашли, или в милиции в то время работал. Какой-то расхуяченный УАЗик был, то есть арки были заебать. И вот арки колес, то есть, блядь, мне кажется... Ну, блядь, у меня жопа посидеет, когда они сгниют. Потому что я сейчас объясню, где-то я нашел, блядь, литров, наверное, 100 пушечного сала с этой, блядь, с битумом. Короче, я намешал в котлету и все это замазал, пиздец. Там если внутри руку засунешь, там облезешь, нахуй. Да? Вон, Дмитрий, почему, блядь, и в черном всегда ходишь, что если задел, то ничего. Вот. Доступность, братцы, ко всему, все творчество. Вот тут лючков этих, как конь, очень много, в общем, да, очень много лючков. Вот, а то все ругается, что я матом ругаю. А как скажешь, да, то есть замок, вот тебе лючок, блядь, как его...
защелки тут были, тоже вот лючок. Одни лючки. Естественно, все, как она называется-то, стоковые фонари, блядь. А ты, кстати, сказал, что новые хочешь купить. Где ты их сейчас купишь? Сейчас того завода тоже нет, нихуя, который их делал. 37 лет назад, да пиздец. Так, чего? Ну, в принципе, все по заду-то. То есть, вот этот же год, я раньше думал, что все пиздец, проводки. Ни хера она вся рабочая. Вот, то есть брызгал, у меня есть еще брызгал, да, обогрев стекла до сих пор работает, вот так, я тебе клянусь, потому что я зимой ездил. Ну и все, то есть грузоподъемность у нее, братцы, вообще по книжке тонну 100, но я один раз в Краснодар с начальником милиции ездил, с Юрием Сергеевичем Макаровым в Соярве ездил в этот, как его, станица Староминская, и мы привезли оттуда тонну 800 масла. Блять, она там по 220 литров, я не знаю, масло растительное было, прям обалденное. Причем брали с этого завода, как он называется, семечки-то где давят, с масла давящего завода. Причем оно не фильтрованный запах был, бочку открываешь, пиздец, пол соярви так, сколько хлеба стояли, я тебе клянусь, блядь. Вот нам маслом на хлеб намажешь, как мясо ешь, ебать, ты что, блядь, я, блядь. Я сюда, по-моему, привез, маме, по-моему, 3 литра привез, теще привез. Так она, как ее, блядь, да, блины с пирогами делала, пиздец, пол улицы, блядь, со слюнами ходила, там запах был пиздец, честное слово. Вот на этой машине, так я на нем привез, ой, блядь, 8 бочек, да, 8 бочек по 220 литров они были, 8 бочек этого, как его, масла растительного. Потом ящиков, наверное, 15, блядь, у них такие толстолобики вот водятся там в этом, как я не знаю, речка-то зовется там, в Херсонский Дон, думаешь? Ну, хуй знает, может, и Дон. Блядь, такие толстолобики, в общем, несколько ящиков толстолобиков. Причем они недоразвиты, во, блядь, такие, вот как рука моя, блядь, глаза, во, пиздец, нахуй. А башка, блядь, у них полрыбина башка, я говорю, блядь, ты тут уху творили, одну голову бросил, пиздец, да, целая станица пожралась, блядь. Вот 8 ящиков было этой херни, и знаешь, что еще, в довесок было такое расстояние между рыбой и потолком, вот такое. И, блядь, мы туда нахуячили винограда, блядь, ты не представляешь, черного и зеленого, ну, а ему же сохраниться, ну, что я тут двое суток ехал на ней, блядь, Юрий Сергеевич у меня и тут поспит, и там поспит, блядь, тут мы ему оставили щелка. Приехали, блядь, у меня винограда килограмм, наверное, 200, блядь. Ну, у меня пиздец, а куда его девать? Я говорю, возьмешь? Он говорит, да нахуй мне нужен, у меня и так там все заварено, компоты, хуёты. Короче, а мы же, ну, хуёво платили деньги-то, сейчас-то хуёво платят. Это тогда в 90, в каком же мы ездили-то, блядь, погоди-ка, в 90, да не? Ой, сейчас скажу вам. В 95-м, наверное, мы ездили. Да, в 95-м, в 96-м вот мы, ну, хуево платили. Короче, а мы виноград, а что с ним делать? Таня наварила с него компотов и варенье. Представляешь, в Карелии, блядь, к нам гости приходят. Виноградова, как живете-то? Ну, мы хули, хуево, вот, блядь, да, последний хуй без соли доедаем. Чай это будете? Будем. И Танечка, представляешь, варенье еще. Раз, а что это такое? Таня говорит, да варенье из винограда. Как с винограда? А там, представляешь, в Карелии сколько виноград стоил, блядь. А мы его тут килограмм 100, ну, 200, 100-то точно мне досталось, блядь. Ага, потом, значит, а может, из черного винограда варить? Ты говоришь, да вы хуели, блядь, тут в жилетку платите, с последней хуй без соли доедаете, тут, блядь, из винограда компоты. Вот, так что кормила, поила, тебе говорю, вот на целую зиму привозили картошки, хуёшки, ну, естественно, рессоры я подбирал, надо потом подснять рессорки-то. Рессорки родные, по-моему, 3 или 4 листа там, блядь. Но они такие тоненькие, пиздец. Здесь, конечно, ну, это у нас все, кто пригоняли с Финляндии, пригоняет такую машинку. У нас много их было в Соярве-то. Вот. По-моему, то ли с 69-го УАЗика, то ли с 452-го УАЗика, не помню, блядь. Ну, я их не ставил, я уже такую купил там. Там батарея-то вот такая тут, блядь. Я тебе говорю, 2 тонны вези, все по хую. Что еще хорошо? Это ведь варианты грузопассажирские, у них первая скорость маленькая, она медленная какая-то, блядь, то есть вот хоть пешком иди мимо нее, да, но зато она тяговая, пиздец, она как паровоз, блядь. Ну вот про зад все рассказал, то есть, блядь, надо было линейку взять, да хули линейка, ну здесь, наверное, 1,20 м, блядь, на 1,20 м легко, то есть сюда палет, наверное, засунуть можно, не хуй делать, вот, ну, естественно, боковая дверь есть. Так, ну что, закрываем, пойдем другой бок. Братцы, переходим, значит, на правую сторону перешли, венецкая дверь открыли. Вот так мы ездили с детьми за ягодами, за... Ой,
и за морожкой ездили, и за клюквой, и за брусникой. Вот так у нас дети маленькие садились вот так, чик, и на первую скорость. Я тебе говорю, на первую скорость пешком обгонишь машину. Да вот они сядут, тут народу, человек по 15 мы ездили. Корзинок хуя, чего тут только нет. Так ездили раскупаться с дровами. Я говорю, дрова-то нахуя мы взяли? Он говорит, ты что, мы по лесу дрова будем, что ли, собирать? Прям колотых дров набрали, вон сзади вязанку бросили, там корзинку здоровую. Обалденная штука. Значит, здесь у нас лючок, аккумулятор. Все обалденно, ты просто потом покажешь, все это плотненько. Аккумулятор. Надо. Все хорошо? Ой, блядь. Как-то раз я зимой подзаглох. В общем, воздух хватануло. Как ты говоришь, забыл съездить на заправку. Хули, я говорю, расход-то небольшой у нее был. Да и сейчас, ну, сейчас ты говоришь, мы в городе просто ездим, вот поэтому у нас не 6, а литров 8. Ну вот. А так у нее на трассе 6. Ну, в городе может быть даже и 10, ничего страшного. И мне надо было прокачать. А холодрыга была зима, блядь. А мотор все равно еще теплый, блядь. То есть солярки, я сбегал солярки, там налили мне. Думаю, прокачать надо. Чик. Берешь. И грейся, блядь. Хоть жопы сиди, блядь, честное слово. И, естественно, раз. Чик. И попадаешь в моторный отсек. Мне так нравится. Моторчик здесь был. Ах, блядь, запах-то. Ебать, мы старые колеса. Блядь, я тут жить хочу, нахуй. А фильтр тоже родной поставили, да? Во, блядь. И, то есть вот сейчас продают такие фильтра. Ебать, мы старые косыли. Ты 37 лет машине. Блядь, вот японцы молодцы, блядь. Вот уроды, блядь. Вот я, блядь, не люблю сколько глазок, но японцев люблю, блядь. Никакого антисемитизма во мне нету. Ничего. Вот. Эх, блядь. А он долго теплый-то будет? Он же чугунный, мотор-то чугунный. У него же только крышка алюминиевая, это как ее, клапанная, пиздец. Остальное все чугун. Да знаю, он здоровенный, блядь. Эх, бать. И, короче, я не замерз. Совершенно не замерз, блядь. Все это дело прокачал, все тепленько, но у меня и опять газа подавал. Блядь, у меня вообще ностальгия, блядь. То есть я крайний раз на ней ездил в 2002 году, блядь. Да. То есть это сейчас получается... 17 лет назад, да? Вот, Дмитрий, как эти машины-то достал. Даже пол не провалился. Что хорошо, между прочим, братцы, фанера финская, влагостойкая. Это трудная, вы же не меняли ее нихуя. Она так и вырезана же по месту. Вот. То есть умели делать, так сказать, братцы наши финны. Вот. То есть все зимой, я так думаю, в течение часа не помрешь от холода. Мотор стоит вон. Ой, блядь, такая вещь обалденная. Сейчас, братцы, закрою. Кстати, вот вы мотор-то делали. Удобно все это разбирается. Пиздец, там хоть лази один, блядь. Да. А снимали чем? Вот, через кабину, через двери вытаскивают? На трубе, да? Ну. То есть и ремонтопригодность обалденная, блядь. Вон, а все просто, хули. Опа, все гениально. А, тут, блядь, все, теперь вспомнил. Давно уж я на ней ездил-то. Да, чик. Опа, раз. И, оп. Ну, такой же лючок, как и этот, только там слева воздухан. Снимать, кстати, коробку, обалдеть, да? Почему один, блядь? Берешь только, чик, вон тут все это дело. А, видишь, вы ее не выкинули, это я, молодец, не выкинул крышечку-то, да? Вот, херак это все. Просто, братцы, в обслуживании машины просто пиздец. Вот просто пушка, блядь. Все очень обалденно. То есть вот делали же, блядь, да? Блядь. Я тебе говорю, 2 тонны она везет по хую, блядь. Вот сейчас газель-то развалится нахуй. Она считай, у нее кузов-то несущий, блядь. Ну, у нее же, видишь, труба. У нее же идет от жопы до носа, видел, вот такая труба. С каждой стороны квадратная, блядь. То есть получается, как и рама, и не рама вроде, блядь. То есть вот к этим трубам все приделано, блядь. Так. Блядь, так вы и динамики не меняли. Хера себе, блядь. То есть это представляете, а мне, знаешь, что нравилось? 2,5 оборота, по-моему, открываться-то. Раз, два, ну, три, получается. 3 оборота, открылся окошко, хуеть не встать. Вот уроды, блядь. Че же наш вот так не умеет делать, да, пиздец, блядь. Так я на ней сколько наездил, я на ней 5 лет ездил, блядь. Ебать, мастера косты. А, вот а, я же показывал. Эх, блядь. Вот бачок-то. Мыть эти. Это бачок на умыватель. Да, фары умывать. Вот он 5-литровый. А это бачок умывать эти, как его, стекло, блядь. Вот это шум генерится, блядь.
Блядь, у меня прям ностальгия, пиздец, вот честное слово. Блядь. Вот мы, блядь, 5 лет чистых мы на ней отъездили. Охуеть не встать. Блядь. Нет, меня, знаешь, все больше чего бесит? Замки эти, блядь, ну как же так сделать-то, блядь, 37 лет. Я не знаю, вы мазали замки сами-то? Я ведь не мазал. Блядь, 37 лет, ёбты мать. Вот мы все говорим, мы там ракету какую-то сделали, которая, блядь, 10 лет будет летать. Ёбаный насрать, блядь. Мы замки не можем сделать, блядь, на двери путные, блядь. Чего тут, кого побеждать-то, блядь? Так, братцы, а теперь идем в салон. Блядь, меня, вот слушайте, как замки закрываются. Это же, блядь, пиздец какой-то, блядь. Да, блядь. Так, ну что, братцы, салончик. Салончик обалденный. Вот уже говорил, вдруг если холодно, берешь вот так, чик, 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 и уже точно не замерзнешь. Вот уже вижу, не оригинальный у нас радиатор стоит, да, волговский, перепаянный, переделан, но тем не менее работает все, все охлаждается, все хорошо. Блядь, как у меня запах, эх, блядь, ни хера так в «Жигулях» не пахнет. Так. Вот, ну, как у нормального автомобиля, все работает. Печечка, раз, два, три, три положения, раз, точно, четыре, ноль, раз, два, три. Ну, мне кажется, хватает трех положений, легко, блядь, да. Ну, естественно, ползуночки, все-таки год-то у нас производство 82-й, но тоже все работает. Прикуриватель работает. Это тебе сигнал? Один я сделал. А, свечи? Это свечи. Свечи, ага. Так, что тут у нас? Значит, подогрев заднего стекла. Все работает. Ручник обалденный, как на «Волге» 21-й. Обалдеть, да? Я все раньше балдел так. Помнишь, это как ее? Ой, блядь. Операции. Не, не операции. Стой, 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 стой. Ой. Бриллиантовая рука. На «Волге»-то он. Ну, кто ездил на старых машинах, на «Мазе» еще так было, на 500-м, с круглой кабиной, блядь. И тут, блядь, обалдеть. Убираешь, раз, поворачиваешь, сам убирается. Ебаный по башке. Есть тут, значит, автоматический, то есть механический, не автоматический, блядь, слово. Есть механический круиз-контроль. Вот так, чик, крутишь, блядь, обалденная штука. Я раньше разгонился, вот когда с Карелии-то ездили сюда, в деревню-то детей привозили. Разгонишься вот где-то 85-90, чик, накрутишь его, и все говорят, блядь, убьешься, а вдруг машина спереди. Я говорю, а сцепление-то знаешь какое? Обалдеть, тут сцепление, братцы, как будто его нету. Он охуяк. У меня после этого сцепления на шестерку садишься, думаешь, нихуя себе, там есть ли сцепление-то вообще, да? Как на «Гразе», блядь. А здесь прям так, чик. А ты не добавляешь, он от этого тебя нахлостает, да? Что еще хорошо здесь, братцы? А может, не хорошо, не знаю, но мне нравилось. Здесь один бачок и на тормоза, и на сцепление. Обалденно. Воздух качает, я помню. Воздух здесь качает. 72 лошади здесь. Воздух здесь, помпа стоит в этом, как его, блядь, в генераторе, кстати сказать. Потому что я, когда первый раз мотор разбирал, так кручу, я так, думаю, ёпт, как на Зиле 157-м, блядь, то есть, в смысле, 130-м, на 157-м нет. Нет, тоже есть. Есть воздух качать. Потому что там крутишь эту хуйню, да, и тут такая же история. Вот, то есть следить очень даже удобно. Воздуховодники, все, очень магнитолка современная теперь стоит, блядь. У меня еще кассетный стоял, блядь, зажует, блядь, вот так вытаскивает, блядь, детям дашь, они там, блядь, хули на руку наматывают, блядь, пленку-то, да. То есть органы управления обалденные, аварийка, охуеть не встать. А повар, это запирать, по-моему, этот, как его, руль, да, на кнопку, блядь, так, вот такая вещь, вот надо тебе, Димка, сбоку, о, кстати, это хуйня-то, омывайка-то, сбоку еще есть омывайка заднего стекла, блядь, ну, как все удобно. В одном рычажке, естественно, как у всех японцев, слева поворот, свет ближний, дальний, габариты, да, все так, справа вот тут у нас дворники, блядь, а у них тут положение-то, раз, два, три, да, и брызгалка еще. Ахуя, четыре, раз, два, три, не три, все. И самое главное, скорость переключать. Это, опять же, как на 21-й «Волге», кто помнит, наше поколение плохо помнит, но помню, у меня дедушка ездил. Вот обалденно, первая, сейчас сопленится вырос, первая, вторая, третья, четвертая и пятая, и задняя, да? Блядь.
И, а я уже до того, все, как тут, блядь, удобно. Я вот сейчас, конечно, не переключу, уж не ездил 17 лет. А раньше просто так едешь, чик-чик. Все, говорит, руль тонкий. А вот, мне кажется, вот другого тут и не надо, да? Вот тебе значок. Вот такой же значок у меня был вот там висел, блядь. Пиздили его. Собинские, так сказать, хулиганы, гады, блядь. Сам, а куда его приделал? Таких машин-то в Собинке не было. Сейчас нету, а тогда тем более не было нихуя. Блядь, обалденно. Ну, очень даже похоже торпеды. Знаешь, что мне нравилось? Щиток приборов. Как на восьмерках на первых. Помнишь, вот такие же у них были? Чик-чик. То есть ничего лишнего. Панелька такая приблизительно похожа. Вот панелька сколько, блядь? 37 лет, блядь. Блядь, все равно пластик, но он же обалденный, блядь. Просто хуительно все. А ручник у тебя говорит лампочка-то? Говорит? Не, ну я верю. А вот, а где ключик? Ты уже ключик-то спиздил, только что были. Их, бля. Да, и эту не выкинул. Молодец. Вот. Вот ключик, брат, с одним ключиком. Хоть жопу ковыряй, хоть в зубах, блядь. Хоть двери открывай, блядь. Хоть зажигай. Вот, блядь, вот уроды какие. Не русские, блядь. Ой, блядь. Так а у тебя работает, а ты еще раз нажимаешь? Нет, у тебя подогрев-то раз. Чик. Это бутафория, он без свечи. Потому что там релюхи, что-то все очень сложно. Ага, и на кнопочку сделал. На кнопочку. И работает. Ну и все правильно. Блять, обалдеть. Ну-ка. Точно не наебывает, говорит мне. Нет, щиток приборов проще некуда. И информативно съебаться, сраться, да? Блять, какие же они молодцы. Люблю я узкоглазых, блядь. Блядь, все-таки здорово. Не, у меня, правда, ностальгия. Вроде вот машинка-то с хуевую душу, да, блядь? Да, как варежка, блядь. Смотри, я народу, раз, два, три. А что еще удобно-то? Бывает, кто-нибудь попучится едет. Раз, слетел рука-то. А что слетело? Хуя знает, да? Блядь, какая машинка обалденная. Димка, ну ты ведь радуешь, что я тебе подарил-то? Вот. Ну вот такие дела, братцы. Дмитрий, естественно, Игоревич, все это... Блядь, ты коврик-то не выкинул? Ёбаный по башке, блядь. Он ведь родной. То ёд написано, да. Блядь, какая машина обалденная, честное слово. Так что, братцы, вот я не знаю, как это все... Он дустит все в машину лезть. Она думает, что мы сейчас на ней уедем. То есть вот какую я в 2002 году ее поставил в гараж, вот такую я Дмитрию отдал. Единственное, Дмитрий с папой сделали мотор, очень молодцы, очень-очень. Давай все-таки я маленько заведу, Дмитрий. Вы уже разрешите, солярка-то есть? Есть. Обязательно? Свечку, да. Нейтралки. Ты что, блядь, Дима? Уж в этом-то я уж... Да, чуть-чуть. Чик? Ну и все. Да ебаные волки, блядь, да? В машине, блядь, 37 лет, ебаные по башке, блядь. Какой тут нахуй автопром наш, блядь. А звук-то, брат, какой? А слыхать звук-то, да? Блядь, ебаные волки. Блядь, я балдею. Пиздец. Ты представляешь? Я ее купил в 95-м году, блядь. Ей уже было, получается, 13 лет, блядь, да? Я еще на ней... Или 6 лет, я в 95-м плюс 6... Ну да, в 2002-м я ее поставил-то, осенью. Блядь. Ну, ебаные по башке, ну как вот делают люди? Ебать, тем старый костыли. Ой, вот сравнить с Юриком, да? Ну, Юрик, правда, сплотировался не теми руками, не в тем месте, да? Но все равно, вот она, получается, вот в России... Да, уже Россия была, в принципе, она, ее привезли, так, я купил в 95-м, ее, по-моему, ее 10-летней привезли, вот, точно, ее в 92-м году привезли сюда, из Финляндии в Россию, и вот у нас с 92-го года вот сохранился вот до такого состояния, ну, естественно, я молодец, Димка молодец, вообще мы все молодцы, да, мы были просто моложе, то есть все уже... А, кстати, зеркало уже не родное. Я не помню, куда я делал. А, или его не было, блядь. Нет, оно было, мы поменяли. Оно уж такое. Копеечное. Было, оно маленькое, да-да, я да. Помню. Это вот шестерочное. Ну, я вам размещу сейчас, ладно, чего. Да, нет. Не, ну, заебись, зад ты смотришь, как в телевизор, да, обалдеть. Вот снимешь, Димка, все равно вот будешь план-то вообще снимать. Просто обалденно. Можно видеть? А? Нихуя себе. Блядь. Не, ну, все равно, вот мы живем воспоминаниями, да, так, то ли жизнь так устроена, хер ее знает, братцы.
честно слово. И понятно, вот сейчас времена хуевые. Вот я сейчас, наверное, подытожить пора, потому что надо ехать за шашлыком. Уже мама Таня с гостей пришла, вот теща от любимой моей. Вот. И надо шашлычка уже, мангальчика растапливать. Да? Сегодня мангальные истории снимать не будем, потому что нам не мангальных историй. Потому что ивановские товарищи привезли хорошего коньячка. Гека хочет его попробовать, а я просто понюхать. Да. Но тем не менее, времена были, блядь, в разы хуже. Ну, наверное, просто мы молодые были, да, Игорь? Это я разговариваю с папой Дмитрием. Дмитрий хозяин машины, а папа, так сказать, присматривает за машиной, чтобы она была в хорошем состоянии, да. Да, времена были тяжелые, но просто молодые были, правда, да? И как-то было, ёбнул по пальцу кувалды, да и хуй с ним. Зашел за голову, боссал, блядь. Да, я понимаю, только а мне кто-то спрашивает, кровь берет, говорит, а что это у вас ноготь-то какой? Я говорю, милая моя, вот так мне кувалды, а тоже держал что-то. Держи, ёбну, как ёбнул, ну честно слово, уже стыкнул штаны-то, блядь, потому что, ну хорошо не обосрался, блядь, да. Как дали, блядь, ну как, струя-то была резвая, резкая, но немного. То есть ботинок-то был сухой, блядь, то есть все было хорошо. Да, а вот сейчас представь пиздануть. Ну все нахуй, да, инвалид, блядь. А раньше нас подсал, блядь, ай, блядь. Ну сказал, что думаешь про соседа, который промахнулся кувалдой, вместо, блядь, зубил, ебнул тебе по пальцу, блядь. Не, у меня до сих пор, то есть память-то, блядь. Вот. Мне тебе кровь-то как-то разберет. Говорит, что у тебя ноготь-то кривой? Я говорю, да хули носу ковырялся, застрял, стал проворачивать, нахуй. Ноготь, блядь, ноготь загнул. Так что, братцы, не выбрасывайте старые вещи. Вот машине 37 лет, сейчас еще вот заказали, сейчас ввели чехлы. Почему? Потому что, ну, некогда было заниматься, потому что они занимались ремонтом двигателя. Прям низкий поклон. Все обалденно. Вот сейчас они, видишь, купили новую резину. То есть машина не видела новой резины. Ой, блядь, ну... 27 лет она не видела, потому что ты видел, у меня все разные, это мне Вовка Петерсов, царство небесное, привозил с Финляндии бэушную. Так что все работает, братцы, машина в хороших руках, вот еще чехольчики, ну, здесь они хотят, говорят, плазму небольшую, да, 16-дюймовую или там 20, а что, взад поставишь, нихуя делать, вот, вот, ну, чего, я не знаю, кататься на ней смысла нету, она и так... Обалденно все выглядит, как заводится, видели, как устройство. Дмитрий Игоревич сейчас снимет, все покажет. Так что смотрите Вин Дизель. Может быть, не так было интересно, как у Ивана Сергеевича Зинкевича. Я просто, честно слово, ну помню, что диаметр цилиндра 92, что ход поршня 86, что лошадиных сил 72, ньютонов на метр, там квадратный, что-то, блядь, 240. Но это не самое интересное. Вот я сейчас сел, блядь, как будто вот я, представляешь, вот... Честно слово, как будто я вернулся в 95-й год, блядь. Потому что ничего не меняется. Главное, стекло ведь родное стоит. Ёпрца ты, блядь. Блядь, вот времена. Да, ну чего. Смотрите Вин Дизель. Не выбрасывайте старые вещи. Старые вещи всегда хорошие воспоминания приносят. То есть вот у нас здесь ездили. Сейчас вот, да. Сейчас, представляешь, в следующем году, братцы, мне 55, Али 30. Ине 25, самый младший Полина Максимовна 5. Ты представляешь? А вот на этой машине ездила Инка, ей было 5. Вру. Алке было 5, ты ёпрца ты. Ёпа, нихуя какой я старый, блядь. Точно, то есть Алла, старшая дочка, ездила 25 лет назад на этой машине. Охереть не встать. Ну что, заканчиваем Вин Дизель. Машина обалденная. Дмитрий сейчас все мелочи покажет. Проезды, прокатки все покажет. Машина очень обалденная. Смотрите Вин Дизель. Ругайте, делайте замечания. Ну, у нас такой не технический обзор, а больше, так сказать, для души. Воспоминания о том, что было. Понятно, что действительность не совсем радует. Но мы все равно не унываем, да? Жизнь-то продолжается. Сейчас по шашлычку. Хорошего коньячку ивановского разлива. Фирма какая-то там интересная, мне, да. Но тем не менее, бутылка красивая, уже хорошо, да. Всем здоровья, братцы. Удачи, любви, терпения. Все, пошли мы шашлык зажигать мангал. Мангальную историю в следующий раз. Все будет в следующий раз. Да? Всем здоровья, удачи, любви и терпения. С вами был Владимир Виноградов и Дмитрий Федорин.